15 лет назад, впервые прикоснувшись к виноградной лозе, эта женщина не думала, конечно, что держит в руках свою судьбу, что виноградарство станет главным делом ее жизни, ее призванием. Новое поколение виноградарей. Их слава впереди. А порука этому — опыт, знания, секреты мастерства, которыми щедро делится с ними знатный бригадир, заслуженный виноградарь Чеченой Ингушетии Мария Усманова. Трудно выращивать виноград. Но когда ты любишь свое дело, когда относишься к земле с любовью, то и земля тем же тебе отвечает. Как сейчас помню, когда я вырастила первую гроздь винограда, то невольно сравнила ее со своей семьей. Ведь чтобы вырастить детей, много нужно любви. Такая же любовь нужна, чтобы вырастить и гроздь винограда. Терек, буйный и неукротимый в горах, здесь, на земле Чеченой Ингушетии, он полноводен и широк. Берегу, многокилометровой полосой тянутся просторные степи. На тысячах гектаров этих песчаных земель было решено создать совершенно новую для этих мест отрасль хозяйства – виноградарство. Первыми в Надтеречном районе заложили плантации в совхозе Знаменский. Но виноградарей в нем тогда не было. Руководители района и совхоза понимали, новому делу прежде всего нужны люди – пусть и незнакомые с виноградарством, но по-настоящему привязанные к земле. Без них ничего не получится. Потому и к Марии Усмановой, тогда рядовой работнице совхоза, обратились к одной из первых. И Мария оправдала надежды. Из года в год росло ее мастерство. А план 10-й пятилетки выполнен ее бригадой за 3 года и 10 месяцев. Совхоз Знаменский стал ныне современным, высокомеханизированным хозяйством. Быстро летит время. Кажется, совсем недавно пришла после школы в бригаду матери Роза Усманова. А сейчас она сама возглавляет передовую комсомольско-молодежную бригаду.
осваивая более прогрессивную форму организации труда, бригады Марии и Розы Усмановых стали первыми внедрять погектарную систему. Теперь одна работница на 2-3 гектарах отвечает за все работы от вскрытия лозы до сбора и сдачи ягод. Это существенно повышает производительность труда. Когда мы начинали выращивать виноград, у нас еще не было опыта. Мы учились за Териком в русских станицах. Соседи уже 80 лет выращивают виноград. Помню, мне очень хотелось быть похожей на них. И теперь мне приятно, что их очень интересует и наш опыт. Терек быстрый наш, бурливый, горная река. Терский край наш, край счастливый, сердце казака. Мы поля водой напоим, урожай на них удвоим. Пятилетний план партии нам дал. Всего лишь сезон, от посадки до уборки, провела когда-то Мария у соседей. Но сколько раз потом она волновалась, показывая учителям свои участки. Сегодня такие встречи в равной степени необходимы и наурцам. Им есть чему поучиться. Ведь бригада Усмановой и в самые трудные для винограда регоды неизменно перекрывает плановые показатели. Рано пробуждается старинное чеченское село Знаменское. Пора горячая. Начинается сбор винограда. Но еще раньше поднимается Мария. Хочется ей побаловать любимым Джиджи-Галнышем сына Гелани, пока не кончились каникулы и не уехал он в Москву. Вся моя семья работает в совхозе. Два сына Мавла и Руслан – механизаторы. Дочь Роза – бригадир комсомольской молодежной бригады, агроном. С детства я учила их любить землю. Правда, один из моих сыновей Гелани выбрал другой путь. Он и в поле всегда выходил с мольбертом. Но я не хотела, чтобы он стал художником. И думала, что это пройдет. Но у него не прошло. Сейчас учится на художника в Москве. Виноградарство становится передовой отраслью хозяйства Чечено-Ингушетии. К концу 11-й пятилетки только в совхозе Знаменский намечено увеличить производство винограда до 4500 тонн. Причем в основном за счет увеличения урожайности и внедрения новых высокоурожайных сортов. Большие и сложные задачи.
пока вот они, спелые янтарные грозди, плоды нелегкого труда. Приятно держать их в руках, дарить их людям. Стало доброй традицией. Вот так, прямо в поле, всем вместе отмечать праздник урожая. Родилась эта традиция тоже в бригаде кавалера орденов Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени, заслуженного виноградаря республики Марии Усмановой. Убран урожай. Закончились каникулы Дилани. А на выставке в Грозном появились его первые, пусть еще и не вполне совершенные, работы. И среди них, наверное, самая дорогая – портрет матери. Еще спит, укрытая от заморозка в глаза. А Мария, словно боясь прозевать ее пробуждение, все чаще и чаще появляется на своем поле. И, наверное, сколько бы ни работал на нем механизмов, этому полю очень нужна сама Мария. Простое прикосновение ее теплых материнских рук.